Мусорный полигон в Цинцаренах может прослужить дольше. Национальный экологический фонд и мэрия Кишинева закупили в Германии современную машину для уплотнения твердых отходов. Работники говорят, что она вдвое эффективнее старых. Благодаря своему весу и конструкции этот уплотнитель толкает отходы глубже. На старой технике один участок свалки можно было использовать месяц, а с этой машиной два месяца. Думаю, что срок эксплуатации полигона может увеличиться на 3-4 года. Мощность уплотнителя около 700 тонн отходов в день, то есть почти все, что свозят на полигон из Кишинева. Еще возгорания будут происходить реже, потому что мусор не разбросан. Надеемся, что пожаров не будет, а наша работа станет эффективнее. Мусорный полигон в Цинцаренах занимает площадь в 24 гектара. Ежегодно туда свозят около 1 800 000 тонн отходов.